Но вы же все за правду. Чего я призываю-то? Уж какая-то глупость, да? Сказать на белое белое. Мы в полном ощущении, что мы за правду всегда. Чего мы? У нас все всегда за правду. Ценность. Но когда возникает какая-то, думаешь, как бы так деликатно умолчать, обойти, не сказать. Или наплести, или еще что-нибудь. Вы что, не делаете так? Это вы делаете со школы. Вы набивали градусник? А если бы вас спросили, ты вообще честный и благородный человек? Вы бы что сказали? Предельно даже, да? Да вот. У нас есть набор всяких разных ценностей, идей, справедливости, там как бы отношений каких-то. А на самом деле мы движимы чем? Обстоятельствами.